Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон Alcatel 1S 2021 года. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять тему клавиатуры этого телефона. То есть, видите, у меня вот такая вот сейчас крутая заставка. Как сделать что-то подобное? Для того, чтобы это сделать, мы открываем клавиатуру в любом удобном для нас приложении, после чего в верхней части клавиатуры ищем вот такую вот панель инструментов, где нам нужна шестеренка, то бишь настройки клавиатуры. Если у вас здесь ничего нет, вы нажимаете на стрелочку, нажимаете на шестеренку, после чего вы попадаете в настройки клавиатуры, где нужно нажать «Тема». И теперь мы видим настройки темы клавиатуры этого телефона, то есть мы можем выбрать любую из данных тем, которая нам нравится. Или если вам ни одна из таких не нравится, вы можете нажать на плюсик и загрузить какую-то свою тему с телефона. Давайте я, к примеру, выберу вот такую вот зелененькую, нажимаю «Применить». И теперь, вернувшись в клавиатуру, я вижу, что тема клавиатуры была изменена. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!